момента появления на Земле человеку приходилось постоянно трудиться, чтобы чувствовать себя в безопасности. То огнедышащий дракон, то дикие звери, то холод, то зной. Соседи тоже не всегда были дружелюбными. И в каждой опасной ситуации человек раз за разом находил новое решение. Все это мы называем эволюцией. Современный мир тоже полон опасностей. Только справляемся мы с ними по-другому. Дельта. Инновация в решении вопросов безопасности. С нами все под контролем. Thank you.
Thank you.
момента появления на Земле человеку приходилось постоянно трудиться, чтобы чувствовать себя в безопасности. И каждый раз он находил новое решение. Опасности есть и в современном мире. Дельта. Эволюция в безопасности. С нами все под контролем. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh!
С момента появления на Земле человеку приходилось постоянно трудиться, чтобы чувствовать себя в безопасности. То огнедышащий дракон, то дикие звери. Соседи тоже не всегда были дружелюбными. И в каждой опасной ситуации человек раз за разом находил новое решение. Современный мир тоже полон опасностей. Только справляемся мы с ними по-другому. Дельта. Эволюция в безопасности. С нами все под контролем.